Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вы всегда найдете свежие, а главное проверенные новости. Кроме того, на этом канале вы всегда найдете свежие не только информационные, но еще и фановые видео, обзоры всех рулеток, всех товаров в магазине и обязательно анонсы того, что будет происходить в игре. Ну и давайте будем обсуждать анонсы. Появилась точная проверенная информация в отношении списка премиумных танков, которые уже будут третьей пачкой танков, которые будут разработчиками переводиться в состояние коллекционных машин, и их можно будет продавать за голду. Ранее было переведено в статус коллекционных порядка 50 машин, и вот опубликовали список с 27 еще дополнительными машинами, которые в коллекционке переведут. Сейчас полностью все обсудим, скажу, что сколько будет стоить, покажу конкретные машины, которые будут переводиться в статус коллекционных, но для начала хочу объявить о розыгрыше. Розыгрыш проходит под данным видео, и для того, чтобы в нем поучаствовать, ничего уникального делать не надо. Вам просто достаточно подписаться на этот канал, прожать на колокольчик, поставить лайк данному видео, описать свое мнение по поводу переведения премиумных машин в коллекционные внизу в комментариях, и в этом комментарии обязательно указать свой игровой никнейм на евросервере. Все, этого более чем достаточно для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше. Кроме того, приглашаю всех сегодня на вечернюю прямую трансляцию, где я буду разыгрывать премиумные танки, которые будут переводиться в коллекционки, и, соответственно, потом в будущем вы будете иметь возможность либо кататься на выигранных машинах, либо продать их за золотом. Там уже определитесь самостоятельно. Поэтому милости просим на мою прямую трансляцию вечернюю. Всем рад. Ну и для того, чтобы ее не пропустить, опять-таки подпишитесь на канал и обязательно прожмите на колокольчик, потому что все розыгрыши на моем канале происходят только среди подписчиков моего канала. Ну и давайте будем начинать в отношении тех машин, которые будут переводиться в статус коллекционных. Суммарно, как я говорил, 27 танков будет переведено. Это у нас 3 танка 5 уровня, 3 танка 6 уровня, целых 8 танков 7 уровня и аж 13 машин 8 левела. Итак, ребят, поехали. Пятерки. Сможете продать по 500 голды за штуку. И, как я говорил, суммарно 3 танчика. Это у нас Т-14, Excelsior, Су-85И. За шестерки вы сможете выручить по 1750 золотом. И продать сможете Т-34-85 победный, Черчилль МК-6 и ТОГ. Жалко, конечно, сосиску продавать, но ладно, глядишь, кому-то действительно она в ангаре не нужна. В отношении семерок 8 танков будет переведено в статус коллекционных. Выручить за каждую из них вы сможете по 2500 золотом. Ну и, соответственно, вот список. Неймелис, Лупус, Вулкан, из 1945 года, Дракула, М4FL10, АМХ1357, Кунзе Панзер. Ну и, соответственно, восьмерки, за которые вы сможете получить больше всего, а именно по 3750 за каждую проданную тачку и суммарно 13 машин. Среди них Т-2020, 59 Паттон, М4Ю, ИС-3 Дефендер, ВК-168-01П, Эмиль-1951, Т-77, Т-26Е5, Бизон ТЦ-45, Тайп-57, Экшен Икс, Канона Як Депанзер 105 и ТС-60. Вот такой вот списочек, ребят, из 27 танков, которые будут переводиться в статус коллекционных машин. И глядишь, если вам они не нужны, то сможете выручить за них голдишки. Но с другой стороны, помните, что за каждую проданную машину вам придется заплатить вдвойне, в случае, если вы захотите выкупить ее обратно. Если вы за своевременные, а главное проверенные новости, если вы за честность автора, если вы хотите участвовать в розыгрышах и получать свои подарки, то обязательно подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк данному видео, жмите на колокольчик, ну и помните, сегодня вечером прямая трансляция, на которой разыгрываем премы, и под этим видео тоже разыгрывается премиумная тачка. Как ее забрать, я рассказывал в начале видоса, если вдруг не поняли, перемотайте и заново послушайте, поверьте, сложного нет абсолютно ничего. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.